Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и скульптуры художников. Франциск Масриера. Зима. 1882 год. Холст масла 79/62. Франциск Масриера. Каталонский мастер, проявивший себя на поприще живописи, литературы и ювелирного дела. В изобразительном искусстве он предпочитал работать в жанре портрета, а также создавал полотна с занимательными зарисовками сцен быта и нравов барселонской буржуазии своего времени, что обеспечивало ему широкое общественное признание при жизни. Начав со следования академическим идеалам письма с отточенной техникой, позволяющей достигать максимального реализма и обобщенности, на зрелом этапе творческой деятельности Масриера стал уделять особое внимание художественному языку, стремясь к выразительности цвета и света. В это время портреты, в том числе данные, начинают приобретать больший оттенок жанровости. Также предмет изображения становится вспомогательным по отношению к техническим качествам произведения. Зима 1882 год демонстрирует, насколько гладкой и изысканной манеры письма с тщательной детализацией, высочайшим уровнем передачи различных фактур и непосредственного ощущения интимности происходящего сумел достичь мастер. Ну, вот такое описание к работе «Зима 1882 год» Франциска Масриера я нашел в интернете. Пользовался текстом «Великий музей мира». До свидания. Смотрим картину.